Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить сезонное блюдо, пасту с лисичками в домашних условиях. Из продуктов будем использовать спагетти, мы уже их предварительно отварили до состояния альденте, сливки, лисички, чеснок, кабачок цукини, репчатый лук и соевый соус. Для начала нам нужно подготовить овощи. Нарезаем лук соломкой и кабачок вот таким бруском. Нашинкуем чесночок, чтобы был готов у нас. Используем один зубчик. Все, у нас все готово. Теперь приступаем к обжарке. Я использую для удобства сковороду Wok. Ставим на среднюю мощность. Наливаем растительное масло. Сковородка наша нагрелась. В первую очередь закидываем репчатый лук. И обжариваем его до золотистого цвета. Наш лук обжарился. Добавляем лисички. Вот, наши грибы обжарились. Затем добавляем туда наш нарезанный кабачок и рубленый чеснок. Затем добавляем пол столовой ложки соевого соуса. Соевый соус подчеркивает вкус грибов и усиливает. Затем наливаем сливки. Наливаем, чтобы полностью покрыло. Вот в таком количестве. Добавляем черный молотый перец для вкуса. И маленькую щепотку соли. Потому что соевого соуса будет недостаточно для соли. Доводим до кипения. Уже закипело. Нужно протушить буквально 1-2 минуты. Сливки загустели. Затем добавляем наши отваренные спагетти. Тщательно все перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Оставляем на 1 минуту буквально, чтобы спагетти прогрелись, протушились и наполнились сливочным вкусом. Ну вот, друзья, соус питался спагетти. Это обозначает, что наша паста готова. Приступим к ее выкладке. Вот, и декорируем тертым пармезаном. Ну вот, друзья, наша паста готова. На все про все ушло не более 15 минут вместе с отваркой спагетти. Все легко и просто, быстро и удобно. Теперь мы попробуем, что мы приготовили. Великолепная паста. Друзья, кто любит грибы, это очень отличное блюдо на ужин, также и на обед. Экспериментируйте, пробуйте. Ждем ваших комментариев, также, что бы вы хотели увидеть в наших следующих видео. Спасибо.